Здравствуйте, у меня сегодня прогулка. Приглашаю вас с собой. Городской пляж «Две зари». Сегодня мы на прогулочке по пляжу. Такие вот стулики. Здесь можно прийти со своей едой. Можно купить в кафешке. Тут вот можно водички попить. Краники работают. Вот там раздевалочки. Там вышка спасателей. А вот та вон красная вышка. Это как раз вот она одна заря. А с другой стороны будет другая заря. Там были зонтики. А вот там вон вторая красная вышка. Она как раз направлена на восток. Здесь вот построили новые домики со всеми удобствами для отдыхающих. Тропиночка, по которой мы сейчас пойдем. И тут всякие детские площадки, в общем, развлекушка. Идет тропинка витиеватая. Газончики, домики для отдыхающих. И тропинка идет прямо в лес. Красиво, тут так тихо, спокойно. Ну, правда, деревья еще все зеленые. Вон там деревце желтое где-то вдали. Вот сейчас пойдем туда дальше, дальше. Когда строили эти дорожки, старый лес не стали вырубать, а вписали их сюда. Там вон баскетбольная площадка. Вот, а раньше вот такие домики были в пионерском лагере, в этом, в спортивном. Но их все сносят и строят вот такие вот новые. Но вот тут дорожка заканчивается. И там начинается прямо уже непроходимый лес, чаща и река Лаба. Ну, все еще зеленая, конечно. Наша дорожка пойдет вот туда, и там уже беседки, в которой можно шашлычок пожарить. А вот старые деревья срубили, но уже пошел расти молодничок. Это он в лес уходит. Ой, огромные-огромные деревья, просто большущие. Здесь вот организована мангальная зона, беседочки. Много, для всех желающих хватит. А вот возле беседочки еще, возле 15-й, амарант хвостатый вырос, цветочек. Вот само озеро. На той стороне вон будочки построены для уток, для лебедей. Кто поселится, тот и будет жить. И вот еще дорожку отстроили, насадили деревца. А там дальше мостик, проход на остров. Ну, вернее, он полуостров считается. И там тоже прогулочная зона. А тут вот вместе с прогулочной дорожкой идет велосипедная. А с той стороны лес. Лавочки для отдыха. И сейчас попытаемся на остров дойти. Вот еще паспорт объекта «Две зари». Вот тут вот дорожка раздваивается. Можно вдоль водички идти, можно так идти. Деревца только посадили, вон укрепляют их и привязывают. Вот я пришла на горбатый мостик. Правда, он без перил. И как-то так страшновато.
И дальше пошла дорожка в глубину острова. А вот там он в шлюз. Вода вытекает, а тут что-то еще будет достроено. С той стороны тоже дорожка прогулочная. Ну, в общем, классно все сделано. А здесь из шлюза вода вытекает. И дальше побежал ручеек и впадет в основную речку, в Лабу. Здесь подъезд сделали и стояночку в другой части города. Ну, продуман проект. По ступенькам можно спуститься к речке и искупаться летом. Это вид на пляж, на лодочную станцию с другого берега озера. Вон он пляж, спасательная станция, трибуны, и все озеро и лес на заднем плане. Красиво как. Общий вид, деревца подросли. Велосипедная дорожка. А там дальше лес и река. Очень красиво. Водоемчик здесь. Ну это вот все лес. Но он такой дремучий, что в него нельзя пойти. Там болото, змеи, все заплетено ожиной. Ну такой вот лес. Заканчиваю прогулку свою на Лабе. Вон она намыла островов, намыла бревен. Вот там основное течение. Быстрая река горная. Вот тут она слилась из двух рукавов. Там лес. За лесом Адыгея. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.